Так, это босс. Офигенно. Не, его можно вообще без урона убить. А, вторая стадия, да? Так, ты где? Ну, первой стадии без урона. Вау. Ух ты, нифига себе, сколько монет дали. Ну, я не знаю, мне показалось бы, это было бы прям шикарно. Так, два чувака. Один, наверное, хилит, а второй дубасит. Ну, бьем их всех. Вау! Блин, я косячу. Куда мажили? Убежали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Все. Давай вторую фазу. Нет второй фазы. Ну ладно. Да, вот он, босс. Давай попробуем. Так, какое-то колдовство. А, у него тоже такая же магия, ты посмотри. Как у меня. Он у меня такую же магию взял. И клона создал своего. Блин, он меня выбил энергию. А-а-а! Это что такое было? Мне кажется, можно его просто вот так вот одним этим долбить и все. Все, хана тебе.
Вот о чем я говорил. Когда ты впритык встаешь, вот эта вся фигня, вот, которая у тебя там, вот эти искры такие вылетают, вот эти, они бьют в одну точку. Пойдем, то есть там сколько? Я думаю, тут какая-то это фигня. Давай сейчас нормально пройдем. Когда он ветер пускает. Давай вылечимся сразу. Все, хана тебе. Еще вылечимся сразу. Вот он, когда ветром своим фигачит, тогда вообще, оп, все, похилились. Вот сейчас. Сейчас вообще прекрасно. Хилимся. Фигня осталась. Блин, ветер, конечно, это... У него имба. Он что-то какой-то нереально сильный становится. Вот и все. Да, его, короче, в конце надо, не надо тянуть. Надо прям сразу его мочить, мочить, мочить и мочить. Тогда проходится. Тогда проходится. В принципе, он несложный. Здесь просто следить надо за его вот этими атаками. Потому что он резкий, как понос. И постоянно вас жалит, короче, этими своими заклинаниями, огнем особенно. Вот, я уже говорю. Лучше не экономить на хилках. Все, да, убили. Не с первого, но так со второго раза. Ну, я считаю, нормально. Первый раз мы даже могли с первого раза убить. Просто надо было идти.